Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА сериала в Sid Meier's Civilization 6 за Скифию на архипелагах. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. У меня подлодки, я вижу его подлодки. Я тебе буду говорить, где что. Ты сможешь подъезжать и убивать. Так ты подошел, просто умер. Это было больно. Это низко использует против меня подлодки. Тут 5 ходов в столе варенья. А АПЛ где? А. Воин красавчик, воин вообще. Дисней, кто остался, не знаю. То, что весит целый мир. Фига себе. Какие-то строители на автомате пришли к варварскому лагерю. Грей, я тебе выше Тарса не мешаюсь? Нет. Я тут постою временно. Объединю. Ой, не того. Объединю в корпуса этих ребят.
Грей, там были армии фрегатов около Банзы Конго и Кванго, они куда-то уплыли, имею в виду. Ну, скорее всего, к тебе. Да, да, я вижу. Я там тоже все вижу. Там фрегат подлодка. Шланец, ты хоть скажи, чем он, где он вообще? Возле Зензибара у него там это подлодки, фрегаты. Возле где, с этой стороны или с той? Внутренний из поезд двух сторон. Немец, смотри, подлодка, армия подлодки слева от Проехвеи, слева от конкретно от рыбы. В соседней клетке слева от рыбы. Понял? Задачу. Видишь? Вперед. Фас. Вы что могу с ней сделать? Блин, не успела. Ну давай, там все походило, там все походило. Подходи теперь, вот сейчас, веди вперед броненосцы. Там еще две подлодки впереди, они тоже походили, постреляли. Веди вперед дальше еще броненосцы. Они все походившие. Забиты на эту Проехвею. Атакуй подлодки. Это не я атаковал. Это я. Я просто прокачиваю, пока с ней так не корабль. Зачем я объявлял войну этому несчастному? Удивительно? Ну ладно, это не удивительно. А Торонто чей город? А если я договорюсь с Феонором о открытых границах, Торонто мне тоже границы откроет или нет? Нет. Гешки открывают границы, только фашисты. Есть там одна карточка. Хочу губернатора. Быстро туристы идут. Это слишком быстро. Сейчас каким-то образом прокачалась подлодка просто так. Потому что шамер, потому что шамера, ты, да, союзник. То есть мы сейчас с немцем друг другу получаем тоже очки, что ли? Шамера. Да. Ни хрена вот себе. Я сражаюсь. Я что-то говорил. Давай, шотландец, обратно фрегат. Попробуем тут что-нибудь сделать. Подожди. Подожди, сейчас под конем. Надо отступить на ход. А у меня тут подлодки, очень много подлодок. Ты сейчас, ну,
нет смысла тебе отступать. То есть, если он убьет вот эту мою толпу, то, ну, тебе возвращаться сюда смысла не будет, тем, что есть в тебе. Да я хочу апнуться. Может, лучше попробовать Занзибар забрать, а там апнуться. Ну, просто это трата времени сейчас, товар. Ладно, зачем Занзибар забирать, что-то будь я здоров, спасибо. Ну, нет. Просто же, ну, можно его оставить, можно же сначала апнуться, потом сжечь этим же ходом. Ну, то есть, просто да. Так, мы с ним сражаемся, у него тут в лодке, армада под лодкой. Тебе шумер дело говорит, шотландец. Отступать — это терять время. Нет, ну, тут просто даже не один ход, тут два хода им надо будет. И плюс, ну, на второй ход он апнется, еще два хода возра. Короче, к тому времени уже кончится. Подлодку добивай, добивай армию. Понеслась. Он отступает. Он бежит в страхе. Готовы фрегаты. Захватывай город, уничтожай его. Жги гусей там. Гусей пока не вижу, а генерал жжёт. Жги Хмера. Хмера жги этот город. Чтобы он нам не мешался. Что, Савитар, думал к нам лезть, да? Все нормально. Ты еще не плачешь там? Все путем? Скоро начнем. Я очень жду, я только ради этого и, собственно, веду бой. Я тут просто войска качаю своих союзников. Короче, мы тут прорываем с этой стороны. Занзибар мы сейчас заберем. Вопрос только, что с ним делать, с этим Занзибаром. Я, наверное, оставлю его себе. Ну, то есть он его освободит, конечно, если отобьется, но как бы там уже будет все равно, я думаю, если он отобьется, что будет с Занзибаром. Так, нарезные стволы. Три хода достали варенье, это в линкоры. И апнуться в линкоры. У меня субмарины на подходе. Так, ну надо объединять фрегаты или строить фрегаты еще, блин. Так, ну сколько я? 230 где-то культуры я выкручу, но это будет предел. Сможешь 230 выкрутить, и у меня 250 со всеми шедеврами. Ну у меня сейчас 208. Давайте. Морской порт для жилья тут. Уничтожить музыканта, или он не нужен черти? Ты просто его в город разведешь. Ты его не можешь уничтожить. Его музыкант. Ты так его разведчик. Не можешь уничтожить. Он работает разведчик. Все равно бей его, пусть он возвращается в свой город. Не, ну на него ходы не тратится, там можно проплыть по этой клетке.
А, ну кстати, я, знаю, как это я же вижу ваш вообще, забей, всю вашу забей, операцию. Короче. Ты, может, это, Лёш, все, что есть, туда перекинешь. Это там. Так я все туда и перекидываю. Если ты про фрегаты, то они сейчас следующим ходом апнутся в линкор. Да, окей. Ну, на самом деле, можно забрать Торонто и апаться там. И можно было оставить маленький городок этого... Господи, Кхмера и апаться у него. А Торонто мне нужен, потому что он дает мне огромный бут производства. Ну да, да, тогда надо было. Ну, немец может Торонто апаться, остальным извините. Хрон, что ли? Повис просто. А, нет, повис. Так, если мы виллу возьмем, то это будет зеба. Ну, в первую очередь, юниты мочи. Не город, а юниты. Понятно. Ох, мир, союз давай. Просто очень тяжко воевать против подводных лодок и платформатов. Это да, да. Он убегает. Этот, принимай этот союз хмер. Пойди мне это. Хоть капец. Так, тут подлодок нету, походу. Гонимся за ним или атакуем Зел? Конечно, город атакую. Это Хмер! Хмер! Стоит прям перед ним. Хмер, блядь! Стокгольм, короче, он стоит. Не ругайся! Хмер просто. Хмер уже тут не игрок, он поэтому где-то гуляет. Не нужно от него союз. Хмер! Воин! Подводная лодка стоит под клеткой с черепахами. Между двумя черепахами стоит подводная лодка. Между двумя череп... А, понял. Вот, между Стокгольмом... Я понял, клеткой. Понял. Грёбаный Хмер, и там армада. Там армада. Я вижу уже ее. У меня тоже армада подлодок. Уплыла вверх. Она его бьет. А мой генерал дает бонус союзник? Нет. 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 Ну, я думаю, он не победит культурой. Сомнения у меня тут начинаются. Но мы должны, конечно, ломить. На чужих континентах не. Так себе чудо. Так, ну если мы про пролив между Стокгольмом заблокируем и вот этим перешейком, то в принципе он не должен нам помешать. Занзибар мы заберем на следующий ход. Где там кто качнулся? Мне хорошо вваливает, конечно, да. Я не понял, Хмер у нас играет или нет? Ну, как бы есть, но как бы что ему... А, ну он сделки кидал на это, там, на этим ходом, так что он где-то есть. Или предыдущим, я, честно говоря, точно не скажу.
Слушайте, знаете, какая тема? Может привести три хода. Может привести в Стокгольм и там апнуть. Раз. Не, ну это долго. Надо было раньше об этом. Я бы перехватил Стокгольм на пару там, секунд. Мне бы хватило это апнуть. Фрегаты все. Стоит подводная лодка Армада в Стокгольме. Вот там такой кармашек есть между кампусом и рудником. Там стоит. Больно бьет. Кармашек. Хотя бы это по счету там слева и справа, а то с двух сторон воевать там ничего. Ну ты ходишь раньше всех, или ты хочешь, чтобы по очереди с одними повоевать, потом по очереди с другими повоевать? В этом идея, что когда на тебя нападают со всех сторон? Что ты не можешь и там, и там? Справедливость должна быть. Я и так против всего мира воюю. Справедливость. Пусть хотя бы справа. В этом мире нет справедливости. Справедливость справа. Это когда ты не летишь так вот культурой побеждать. Отказывайтесь от этого кризисного союза на всякий случай. А то Конго примет, и вы все с ним замиритесь. Атакуй Мбилу. Чем? Броненосцами долбить с огня? Нет, у тебя ж фрегаты, обстреливай, да, я имею в виду. Не наносит никакого урона. Минус 3. А он убивает меня, он тут. Подлодка минус 11. Нужно ждать этого. Национализм. Yeah. Можешь шапаться здесь, шотландец. Линкора у него. Да, но он только сейчас апнулся, то есть они сейчас не будут. Да, я вижу. Нам надо этот перешеек держать, чтобы он сюда не выплывал. А та подлодка, которая сверху Стокгольма была, ты с ней что-то сделал? Нет, она там еще стоит. Она стоит прям вот между кампусом и холмом железным. Я могу проатаковать ее, но я просто разбиваю в ней свои юниты. Не надо атаковать.
Ну все, я теперь первый по туристам по внутреннему. Сейчас будет чуть сложнее. Не впервые открываю СМИ с Эврикой через радио. В темные века сваливаюсь. Главное разграбить эти гавани. Блин, я все забываю Стокгольм перекупить. Ладно, надо эту подлодку сначала мочкануть. Опа, неплохая карточка. Ну Хмер, это что за меня? Я не понимаю. Че против меня? Стань так меня. Ну, с одного выстрела. Центром города. Немец, разграбь ему черепахи. Уже. Виллы. А у Мвилы сейчас. Не очень хорошо. Так, отступай там, эти линкоры. Не, это не умирай. Немного, правда, но они уникальные. Должно быть полегче. Вы уже около Кванга, что ли, атакуете? Да. А то у меня тут внезапно стали в Костромской юниты прокачиваться.
А как там дела? На западном фронте. Ну, не очень хорошо. Мы в ноль где-то разменяемся, но там линкоры еще будут этого, шотландца дальше на него надежда. Но я ему очень много армат тут убиваю. За этот ход убил две, по-моему, на следующий ход убью еще две минуты. Подводную лодку уничтожил, да? Выше Стокгольма? Угу. Да. А, у меня почему-то чеченица перестала работать. У меня тоже одно что-то перестало работать. Видимо, будет сейчас либо рассинхрон, если не будет, то я не знаю, что. Просто не работает. Чудо. Кстати, нормально мне культуру просадил на 40 где-то. Каждый ход забываю это сделать просто. А уже надо было. Вообще не очень конечно, хорошо это на последний ход делать, но. Ой, на последний всего я просто тупо забываю. Не, рассинхрона нет, ну я не знаю, что тут грузить, не грузить. Я думаю, у всех сейчас такая проблема. А нет? Какая? Что, чеченица не работает? Да. А у меня чудо не работает, которое на озера. Ну да, вот такие вот все чудеса вырубились. О, арта уже. Но это на самом деле критично важно, что чудеса сейчас у людей не работают. Такой этот ход можно грузить. А, такой, столько времени потратили. Это да. А города голодают. Немец, аккуратно, броненосцы. Немец, броненосцы. Так, Гольм. Да, да.
Ну, я ему весь флот убил, кроме двух юнитов, которые в городах сидят с этой стороны. Города мне под лодками брать сложно. С нашей стороны у нас есть флот. У него есть флот. Переход до национализма остался, я думаю, сейчас субмарины будут нормально. Ребят, может, давайте все-таки доигровку сделаем? Тут явно надолго. Да. Я тоже завтра на работу и спать бы хотелось. Я думал, что если Конго бы тут выиграл быстро культурой, но и тут не выглядит, что это быстро будет. Поэтому предлагаю доигровку. Кто завтра может в то же время? Я могу. А, вот по-другому спрошу, кто не может? Таких нет. Значит, ставлю завтра на 6, на 18:00, так? Да. Может, давайте завтра на 8? Да, я тоже за 8. Хорошо, завтра в 8. Только сейчас мы этот ход доходим уже и начало следующего сохраним. Там автосейв будет. Что это было? Я не думал, ты уже походил там все. Я не знаю, я же тут труп, я... У меня был бинг, но там пришли. Не, ну я флота настроил, конечно, арманду просто. Да я говорю, я сам проиграл игру. Ну, когда ты вышел, то это понятно. Ну все, я вот вышел в этот... подводную лодку, все, я проиграл. Я это уже понял тогда. Не, ну, на самом деле, с другой стороны, у тебя все значительно лучше, чем здесь. Я просто вижу все, что там происходит. Сверху лучше, снизу все, там трупак. Не, так, слышишь, Грей, ты ж можешь обстреливать эти города, я наземными юнитами могу взять. Тут линкора шотландца, пусть он лупит издалека, он не будет в ответ ничего получать. То есть меня будут обстреливать и юнит в городе, и стены, а его ничего. У него три клетки радиус. Ой. Надо было мне пушек еще построить. Одного мушкетера надо. Строительством тут заниматься. Так, довольства не хватает. И еще мне надо бы... А, вон мушкетер один ход строится. Ну, мне три мушкетера надо. Их пока, наверное, не буду объединять. Так, третий достроится. Что тут еще? Для ускорения я в атомки пошел. А мушкетеры я для того, чтобы город пытаться Конго забирать. Так, артефакты добыть. А у меня есть вообще где-нибудь... Ну все вроде все загрузились, давай. Кто там отсчитает? Давай воинс отсчитает, ты у нас тут вне битвы. Воинс, ты нас слышишь, кстати? Да, и в смысле это вне битвы, я тут тоже участвую. Я понимаю, но у тебя войск, как бы, грубо говоря, нету, и ни с кем ты не воюешь. Ну, то есть, если ты там раньше походишь, никого не волнует. Давай, считай, и мы начнем воевать. На счет три. Раз, два, три.
тащи свои корпуса, шотландец. Стреляй по этому всему. Давайте, тут даже место если получится. Да, долго я буду клопать. Быстрее, чем я, в любом случае. Да, подлодки. Жалко. Так. Сколько там этих послов накопил? Еще видит как-то подлод. Ой. Так, ну у меня... Мобилизация. Еще в идеологию пойдем. А, так я смотрю. Все не так хорошо. Где? На карте. Почему? Просто посмотрел, что у вас там наверху происходит. Ну, у меня сейчас эти... Он апнулся в линкоры. А нам далеко линкоры тащить. Кстати, немец, ты... Старайся не терять все-таки юниты. Мне кажется, тут сейчас главное, чтобы шотландец обстреливал эти нижние города своими линкой. Я так понимаю, что снизу все нормально. А я их буду просто забирать наземными юнитами. Ну или какие там юниты есть. Так, здесь надо какого-нибудь быстрый... Даже купить, наверное, стоит. У нас... А ты своими линкорами не будешь? У меня с этой стороны нету никаких линкоров. У меня все с той стороны. Ты еще пушками пойдешь? Да. Что Эйфель делает? А, чудеса. Я его тут оставил. Ну, пушками, естественно, я не пойду. Хотя сила 60. Может, и можно понападать. В любом случае, мне нужен какой-то быстрый юнит. Для захвата. И тут есть. Рыцарь слабоват будет. Кавалерия. Еще можно броненосец, кстати, построить. Давайте я броненосец буду строить. А кавалерию куплю. Опять выхожу в нормальную эпоху. О, пошел обстрел. Сильно анкорват отваливается, ну.
потихоньку отваливается. Ну, пока тут подержу. Пока линкоры плывут. По науке 237-198 у Гильгамеша. Мы все примерно одинаково. Что по счету? Не знаю, нужно ли мне уже тут порты. Я вот думаю, что мне, может, уже и не стоит больше армию строить. А мне следует... О, что нового получу? Торговец. Ну, наверное, этого торговца, который сейчас великий торговец, можно... Без проблем отдавать Конго. Мы же с ним все воюем. Он не будет получать плюс 25% рейтинга туризма. Правильно? Ну да. Иду тут. Строить тут я хорошо, у меня еще оставлено. А, слушай, такую начинницу построил, надо будет это вырубать, только надо будет ученого сначала тут использовать. Санитар Эрмитаж, Святая София. Кхмер прям в религиозную победу идет. Сможем ли мы его... Да, сможем ли мы его удержать? Из 28,3 веры. Да, я хотел археологический музей глянуть, есть ли где-нибудь. Вот, археологический музей в столице. Будьте спокойны, я работаю над этим. Ребята, у вас кто-то прогрузился? Да, а что, ты не ходишь, что ли? У меня нет, у меня крутится как бы шарик. А, у меня. Нет, у меня крутится, подождите, так вы ход закончили, я еще хожу, например. У меня почему-то пишут, что ходит только Грех. Нет, у меня пишут, что Леша только ходит. А, да, все хорошо, это я ошибся, извините. Давайте, наверное, в столице купим тогда. Или мне археолог не открыт еще? Наверное, археологи не открыты. Точно. Ладно, без артефакта тогда. Все, я ход закончил. Фига тут линкоров было в начале хода. Есть возможность походить по дому. Ходи. У меня? У него? Шумер, ты только пораньше бери у того-то своего, пожалуйста. Чего, подожди, давай. Ну вместе ходим, раз, два, три. Да. Понятно, да. А у кого-нибудь вообще кто-то может уже ходить? А, вот, у меня прогрузилось.
Так, вы ставьте плюсики, когда вы заходите, пожалуйста, в чатик, чтобы было понятно, что вы тут. Воинс. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, все. Давай, воинс, отсчитывай. Раз, два, три. Да, Леша, спал. Ничего страшного. Давайте, снимайте быстрее оборону скванга. Не хватает мне силы. Еще есть какой-нибудь выстрел? Есть, но если подводную лодку ты на армату не уберешь, да? Вообще-то она и сняла основу, часть хп основную. Тогда я ближе не подойду. Грей, как он может видеть мои подводные лодки без подводных лодок? У тебя есть какой-нибудь мысль? Ты рядом с моей территорией, нет? Почему ты видишь на своей территории мои подводные лодки? Потому что это территория. Подводные лодки вообще должны быть везде не видны. Это что, очередной баг? Походу. Я, честно говоря, не знаю, как это работает. Что там вообще с коперами? Копера, что ли? Как нельзя Чарльз Дарвин крабов изучал? Нет, Чарльз Дарвин сам краб. То есть он маскируется там. А кто попытался встать в зеленый Торонто сейчас? Я не обратил внимания. А, это я просто 6 штук это послов. Да, у меня только 6. Все, больше не буду туда кидать. У тебя вообще 10. Это я добавил только что. Он не самый важный в жизни бонус, скажем честно. На такой карте, по крайней мере. Мне надо отойти на 2 минуты, сори. Еще раз, может кто дать сотку в общество защиты кхмеров? А никакие карточки не запрещены у нас, да? Никакие. Не бери.
А карточка каперские патенты. Тут написано 100% производства морские рейдеры. Это что? Каперы, подводные лодки. Угу, понял, спасибо. Это где карта? В темном веке. Пока не буду использовать, хочу рыцарей построить. Ты не туда вышел. В танки выходить. Правильно я вышел? Нет, надо было в темный выходить. Пять ходов, это дофига. Ты читы типа включил еще один? Полили. Грей, убери свою подлодку с его порта. Грей. Алексей, можно попросить несколько ресурсов в обмен на одну ртуть? Просто у меня больше ничего нет, но у меня проблемы с счастьем. Попроси. Одного выстрела.
ладно, извини, да. Что? Добей броненосцами этого раненого в центре. Не дотягивают. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Ты что, ходил ими? Они ходили уже, да. Ты вот что ты их держишь, эти броненосцы? Они у тебя там уже стоят, лечены, вообще никого не атакуют, ничего не делают. Маринуешь? Я на прошлый ход апнул их, а в этот ход пытался подойти сверху аккуратно, но не хотел. Вот не могу решиться, что делать с Кванга. Оставлять, удалять. То есть ты, Грей, считаешь, что он сейчас пойдет Арто его обратно отбивать? Ну, если он сверху отобьется, он и этот город отобьет рано или поздно, вопрос времени. Что там наверху вам виднее, вы там воюете. Леша, прими предложение там. Мне кажется, надо отставлять. Добили меня рыцари. Да ладно. Немец, проплыви в пролив между, ну, Стокгольмом там. Вот, смотри, будет что-то там плыть или нет. Одним из своих. Еще. Вот тут смотри. Ну, ничего не вижу. Ну. Будет подплывать, говори. Один линкор стоит. Еще одного. Да, подводи, будем сейчас мобилу захватывать. Ну, не сейчас, точнее. Будем захватывать. Ну, понятно. Это он по тебе из города? Да. Проатакуй уже. У тебя броненосцы еще есть или это два только? Два. Одним проатакуй. Еще есть один, но он там на хиле. Одним проатакуй. Нет, этот линкор, который вот на черепахах стоит. Сильно он. Ну, убивай тогда. Только не двумя. Если ты двумя. Нет, двумя не надо, проатакуй. Одним могу. Ну, убивай, здорово. Нет, убить двумя.
Боже. Вот так остается. Хорошо, следующим ходом добивай. Значит, наш подводный лодки он виден, да? Везде. Ну, похоже, на своей территории, я, честно говоря, первый раз слышу о таком, что на своей территории подводные лодки видны. Чужие. 4-5. Добегает и так. Перемещение еще один. Чтобы их видеть, нужно это стоять в пределах от одной клетки. Я территории своей стою, считаю, в пределах одной клетки. Не, ну, в смысле, ну в соседней клетке все подводные лодки видны, я понимаю. Но там были... Ты видел подводные лодки, которые никого рядом не было. Он говорит, что сама территория дает видимость. То есть, как она открывает границу, так же она дает видимость подводных лодок. Но, по-моему, это бред. Раньше такого не было. Конечно, бред. Видно соседних клеток. Территория всегда давала видимость. Вот территория... Вижу подводные лодки даже. Шумер. Территория. Ты прям все видишь? Нет, только там слышишь хитер. Mm. А, ну да, там тоже не твоя территория. Там должен быть злобный смех дальше. Да-да. Что, отложить на один ход еще рыцарей? А, блин, я же в нефть. У меня нефти нет. Ребята, а какой-нибудь нефть есть? У меня есть. То есть она у тебя уже обработана и конкретно есть, да? Она у меня под районом. Отлично, давай нефть. Под чудом даже. Давай, давай, давай. Триста вход. Ну, пришлось. Так, отложу. Отойти от поедания черепах в итоге. Вот видишь, как экспансия одной культуры помогает сделать буст культуре другой. Ничто так не развивает, как здоровый конкурент. Немец, спаси в первую очередь свою подлодку сначала, а потом уже добивай его линкор. Ты уже можешь ходить подлодкой. Кинь куда-нибудь ее. Ну просто нажми на клетку. Линкор улетел. Да, я вижу. Я могу уничтожить его, но мне придется туда заплыть броненосец. Подожди, нам надо город захватить. У тебя есть где-нибудь возможность? Ну, второй... Броненосцем могу достать одним. Ну, он уже убивает город, захватывает? Нет, держи тогда броненосец пока. Ну, у нас в этой игре здоровая конкуренция, как бы. Что, кто больше? Хотя у меня сейчас два достают даже. Двумя не знаю, может, захвачу, попробовать? Подвести вплотную их? Ну, попробуй. Отлично. Теперь следующая цель Мбумби. Мбумби-юмби. Так, кто мне там этот нефть обещал дать? Дайте нефть. Можешь дать немножко денег на апгрейд? Тяни технологии, ну...
Блин. Ладно. Шотландца будем тырить. Что стало с армией его наверху? Тебе прям убили все? Да. Ну, приехали линкоры и замечательно разобрались со всем. Ну, у него там были армады линкоров. Ну вот, были там 2-3 армады. Каждая армада тремя линкорами уничтожается только в путь. Плюс еще есть подводные лодки. Так что потихонечку, потихонечку. Воу, 600 это дофига, извини, банк. 300 давай хотя бы. Ребят, 200 вход. А ты думаешь, я нефть для чего беру? Наверное, апнуть рыцарей в танки. Интересно, где же я деньги возьму? Или мне надо сейчас все деньги тебе отдать, но с нефтью посидеть и без танков? На 2000. Я, куча, я тебе прикинул предложение. Я ответил. Блин. О, руинка. Я решил, что лучше куплю рабочего и тут нефть обработаю. Мне это обойдется в столько же денег. Я очень быстро теряю виллу из-за того, что у меня темный век еще. Что ну сделать? Так уничтожь ее. Что сделать? Ну, либо пускай она отвалится, потом опять захватишь. Но я бы ее просто уничтожил. Или ты ее уже взял, типа? Я уже взял просто, да. Ну, ну чё... она отвалится, еще раз возьму. Рыцари. А, там бегает еще рыцарь где-то. Ну, начну строить рыцаря, они все равно в танки превратятся. Точнее, они прекратят строиться, потому что у меня нету нефти. А тем временем Конго строит Бродвей. Он подплывает потихоньку. Что подплывает? Линкор не подплывает потихоньку, вот обстрелял броненосцевым. Там кто-то подплывает. Ой, ой. Ой-ой-ой. Сейчас меня рыцаря убьют. Пока я тут буду... Я тут скидка. Нет! Нет! Какой я дебил! С своими гражданами прощаешься? Да. Какой я дебил. Армию танков просто на ровном месте просрал. Просто на ровном месте. Минус 9. Опа. За рекорд.
я так сижу, думаю, что правильно. Эти меня и бесит, эти архипелаги, то что я не знаю, как это война. Как правильно против всей карты воевать на воде, это вообще сложный вопрос. Это я уже понял, как. Против всей карты воевать. Не воевать против всей карты. Ну и выиграть, я мог выиграть. О, немец. Блин, нам открытые границы нужны. Ну опять-таки эти вот линкоры не нужны, фрегат, который умерли просто так. Это гравна нашика. Которая не прощается. Давай, давай, быстрее, немец. Таймер тики-таки. Я, кстати, участникам коалиции предложил бы сжигать все захваченные Нераны. Ну, я не против. Ну, Кванга, как мне нужен как этот, все-таки, плацдарм для атаки. Как-нибудь место, где постелиться, нам Двилу придется сжигать на следующий ход. Все сжигайте. Все, что заберете, сжигайте. Я бы рад. Немец, где предложение прохода? Ну, быстрей. Так я уже принял его. Точно, прошу прощения. Ничего страшного. Создать три армии или армады, странно. Не создал еще до сих пор. Продолжение запланировано на завтра, а на этом пока все. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!